В еще не таком далеком прошлом Валерий Яковлевич наравне с Аллой Пугачевой и несколькими другими певцами считался артистом номер один на отечественной эстраде. Несмотря на то, что звездой Леонтьев являлся еще с советских времен, ажиотаж вокруг него не утихал. Да и до сих пор людей интересует, когда исполнитель вернется на родную сцену. Вот только Валерий Яковлевич уже давно обосновался в США, а про выступление даже не заговаривает. Учитывая ходившие слухи о тяжелой болезни Леонтьева, многие поклонники просто смиренно ждали хоть каких-то весточек от певца, а не от его концертного директора. Но Валерий Яковлевич предпочитал молчать. Сегодня, 19 марта, нашему эстрадному Казанове исполняется 75 лет. По случаю юбилея артист вернулся на родину, чтобы отметить день рождения в узком кругу друзей в Москве. Хотя многие зрители, и в этом нет сомнений, заплатили бы немалые деньги, чтобы побывать на юбилейном концерте Леонтьева. Однако у Валерия Яковлевича на этот счет принципиальная позиция, которую менять он не собирается. Как-то певец заявил в разговоре со знакомой, что артист и публика, как любовники. Иногда бросает он ее, иногда она, его, но по-хорошему не расстаются никогда. И сейчас Леонтьев довольно жестко заявил своей публике, что чудес, по сути, ждать не стоит. Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в Октябрьском и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез. Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в интернете и все.